Надо же. Из машины вас увидел. Надо же. Доброе утро. Доброе утро, Михаил Константинович. Ну вы ешьте, ешьте. Ну что, помешал? Нет. Что ж тут мешать? Да вы ешьте. Вкусный суп. Было написано субня. Я вот заказала как дура. Ну вы ешьте, ешьте. Здесь только коньяк не отравленный. Как ваши раны? Не заживает. Плохо. Ушел? Ушел? Ушел, можно. Ушел. Это наш сотрудник. Он скоро уйдет. Хороший парень. Я целиком на его стороне. Да ему скоро на работу. Он сейчас уйдет. А вам? А меня как бы это... Отстранили. Да, я читала. А мне-то что? Я тут сижу, отмечаю. Как ваши раны? Раны не заживают. Плохо. Ну вы это... Ну вы весь коньяк не пейте, оставьте мне чуть-чуть. Ну, что тут оставлять-то? Ну что, поедем ко мне? Я вас угощу. Чем? Коньяком? Не, ну. Я не знаю. Можно?